пока. Вот интерконтиненталь. А вот там дальше глобальная у нас. Мы не из новей бы, а фактически прямо от нашего отеля. Переправляемся в Иорданию. Дышать здесь невозможно. Я тут ухожу. Пиво. Качает. Здесь качает по-хорошему. Тоже отели, что ли? Да, наверное, тоже отель. И где-то здесь причал. Тут солнце. Thank you.
было. Швартуемся прямо в иорданском отеле. И отель-то неплохой. Отдай швартовы. Не забудь. У тебя даже лицо определяет, а? Хоть ты в очках. Вот мы стоим. На иорданской границе. Вон там наш отель на той стороне. And chips. Did it like? Okay, you'll see. Okay, thank you, fried camel. If you like, then we'll bring you to a Jordanian restaurant called St. Helens Restaurant. To enjoy our meal, and after that we'll be back to the marina. We are supposed to be, according to the authorities, at about 6:45 Egyptian time. 6:45 Egyptian time, which is 7:45 Jordan time in the marina for your departure back to Egypt. I will be with you all day long. Hope you will enjoy the tour. Give you more and further details on our way, about our tour and the way. Enjoy the view on the left side, the Red Sea, which is very blue, and the border between Israel and Egypt on the left side, that's Taba. And also you can see Eilat City in southern Israel, very clear from you, straight ahead on the left side. Enjoy the view. Shortly, within 15 minutes, we are expected to be in Aqaba City in the south of Jordan. Enjoy the view. I'll be back to give you more and further details. Аккаба Сити скоро. Даже 50 минут. Доброе утро. С приездом. Спасибо для девочки, которую я хотел попросить, что они приехали с Апел. Я сказал доброе утро, и она вообще не ответила. Я повернул мое лицо и вообще пошел туда и дальше. Не будет далеко.
И второй мужчина ему сказал спасибо тоже, он так попал на меня, вроде что я начальник гостиницы или я хозяин этой фирмы. Ну, вообще, сейчас будет, через 10 минут будет фирма, будет остановка, хорошо, можно там зайти в туалет, свободно так, можно спрашивать им. Уже нос почесать нельзя. Лен, косметику будешь смотреть? За полцены, Лен. Тем более мы знаем, сколько она там стоит, Лен. Пойдем. Косметика. Один подарок косметика. Да. Косметика. Здравствуйте, смотрим. Мой крем, ночной крем. Для век. Для век, пожалуйста. Пойди, посмотри. А сейчас посмотрим, сколько. Такое, здесь 38, это сиворотка для век, пожалуйста. Здесь для век, пожалуйста. Это магия, это сиворотка, это когда надо. Мешки, проблем, все, под веки все это удаляет элементарно. Сколько она у вас? 8 динаров и второй в подарок. Есть у меня крем для век, 30 динаров, второй в подарок. А на доллар это сколько? Две, один покупаем, второй в подарок. Доллар. Доллар получается 30. Дорого это получается, 50. 57 долларов. 57 долларов. Есть и крем? Ну понятно, да. Это подешевле. Это сиворотка. У меня есть крем другой. А какой крем? Сыворотка для век, крем для век. $45. Два. Да. Что тебе купить? А? Не, ну этот привозил напрямую, помнишь? Да, да. Поставь. Пойдем. Да, какие лето. Да. Каньоны.
каньоны на подходе к Петре. Где-то на высоте 1700 метров сейчас. Давайте, да. На что тут держать? Ну ты что, фокус будет. А вот ну прямо жмите, она. Я бы сразу не без этого. Подожди. Нет, вот так, нажимайте. О, какая лошадка красавица. Да. Опа. Поместимся. Поместимся. Арджа. My brother. Отлично. Отлично. До свидания. До свидания, дорогой. До свидания, друг. Вот хоть моя спина цела. Толстый. Толстый очень мой, да. Попы у нас большие. Ой, как он и какие красивые, а. Да, лошадь некрасивая, а. А то и видео не снимешь. Блин, ты. О, какая красота. Вот здесь уже все это. Оно. Вот здесь вода стекала, Лен. Это как водопровод был. Ой, какой классный. Отлично. Вот это каньон, действительно. Да. Какая гладкая дорога, да? Как же здесь красиво-то. Да ладно, конечно. И обратно точно. Загнулся. Как это лошадка? Опа. Во, вот так можно снимать лучше. Ара! Ара, крупа, хороший. Хороший, я хороший. О, где холод. Ой, высоко-то как. Там вон розовый. Thank you.
не будет с тобой почти. Ни в кадре, нигде. Ну там потом, когда выйдем. Красота какая необыкновенная. Very nice. Где ближе? Ближе? А. Опа. Вот она, вот тут мы проехали сейчас. Внизу скалы почти сходятся. Внизу нормально. Тележка прошла наша. Вот она. Да. Ой, 30 метров, да больше это, чем 30 метров. Да. Лена, вон смотри, ступеньки идут вверх туда. Вон там. Вот считала, что вот в той вазе наверху, Лен, ее расстреливали, как будто в ней находились драгоценности. Да. Лена. Сейчас. Стой здесь. Лена, мы сейчас туда должны идти. Куда? Туда. А что там? Город. А там еще дальше? Ну там полно, Лена, ты тут не обойдешь. Ага. За сутки. Тут 3-4 дня люди живут, чтобы все обойти. А где здесь еще? Вон в гостинице, где мы были. А потом сюда ходят несколько раз? Кто ходит, то ездит. Пойдем за угол зайдем. Вон туда, да? Угу. Ты нашу, ты помнишь, куда он поставил лошадь-то? Хрен, вон туда. Джинсовки валю. Джинсовки. Вечер какой. Вон туда, там город. Вот отсюда надо фотографировать. Отсюда все умещается. Отсюда все умещается.
Потом на обратном пути. Потом на обратном пути. Лен, пошли быстрее. Хулиганят. Ой, хулиган. Тоже город. Город, город, городок. Храмы и усыпальницы. Вот эта часть, это почти все город мертвых. Потом, потом, потом. Сзади тебя вот траншея с водой, Лена. Желобок такой, водоснабжение древнее. Полис. Да. Может, не знаю. Нам сказали, там остановка. А здесь как будто не закончено, Лен. А что там? Ам. Оттуда ам. Вот что там. Да. О, какой. Маленький орёт как, да, Лен? Людей наверху вон. О, отойди чуть-чуть туда. Окошечки. Окошечки. Такие разводы наверху. Так, амфитеатр в темноте. Амфитеатр в темноте. Получится он? Конечно, он полностью разрушен. Практически полностью разрушен. Пойдем туда, Лен.
предусмотрели, чтобы водичкой все не размыло. Видишь, когда снег будет. А снег здесь бывает. И дождик бывает. Вон, смотри, даже вон там наверху все, Лен, вырезано из камня. Аккуратно. Король, молодец. Король, говорю, здесь. Вон куда люди поднялись, Лен. Там еще очень красивый. Я не знаю, что это, пантеон какой-то. Так что, дорогие друзья, это книга, плюс картины, вот эти, плюс подкаст. Это все вместе за $15. Да, у них здесь это все вместе. Или там Иордания? Или вот, я Петра, а так Иордания? Ха. У них тоже здесь есть Иордания, но там еще есть тоже картина, плюс там, плюс картина для монастыря. Специальная картина, не такая. Водопровод. Складно и правда. Местами он еще цел. Местами уже разрушился. Так, здесь мы уже все снимали. Это просто уже в другом ракурсе. Освещение уже другое. Вон кустик растет. Вон, расщелина такая. И вот. А там подсвечено. Так красиво. Да, я за раз столько ишаков и верблюдов не видел нигде, сколько здесь. Встреча на Эльбе. Везде побывали. Так вот, везде все? Все обошли. Иду ты со мной или... Не, вот здесь. Сейчас? Ну хорошо, давайте. А, вот он нам написал 2:30, это по какому времени? По наш. Это 1:30. 1:30, вот эти 1:30, да. Ой, сейчас потрясет. Потрясно, дым. Да.
А? Вот тут сейчас будет нормально. Чуть-чуть, да. Вот здесь водоводы эти такие хорошие, да? А? Водоводы вот эти, для воды. Hello. А помнишь, вы в Вьетнаме наверх ходили с детьми тоже? Да. Вот куда мы пришли своим ходом. Где на машинах, Лен? А вон машина стоит, там что, дорога есть? Ну, вот они, может, по таким камням и едут. Вон, Лен, смотри, как будто шляпки такие, Лен. Да, вон там. Как будто крышечками накрыты. Не котелки, а как они называются? Там город, да, опять? Идем. Да внизу город, вот он, внизу, вот здесь. Ну, вон он там. И вот тут тоже видно, да? Вон продолблено. Это заднего кириллица. Блин, вообще. Бесплатно, понимаешь? А? У нас ли ходят, ездят. Вот здесь можно попасть бесплатно, не платить по $75 за вход в Петру. Наверное, можно. Наверное, можно. Потому что вот внизу уже город. Моя красавица. Цветочек нашла. Аленький. Иду. Источник Моисея? Да. Источник святого Моисея. Что-то здесь грязновато. Да, просто набрали вода сейчас. Да. Лен, судя по грязному. Лен,
Ну ты щелкни меня, что ли. О, у источника святого Моисея. А вот камень, который он рассказал. Вот вокруг камня построили эту, типа, часовню, не часовню. Святое место. Машину. 3 дня вообще. Спасибо. В лёжку. Шармы были. Говорил, Ром, пей. А ты все чай бедуинский. Вот стрит маркет. Посмотрим, что он из себя представляет. Спать хочу. Нет, это не для своих в основном рассчитано. Да, вот там ребята. Там живая музыка, что ли? Похоже. Нет.